Пройдя немалый жизни путь, я ясно вдруг себе представил. За что себя мне упрекнуть? Я кладезь знаний не оставил своим потомкам на века, а так хотелось бы, конечно. Ведь мудрых мыслей два мешка, а им в мешках давно уж тесно. Других не смог я научить, хотя всю жизнь у всех учился. Преподаватель из меня, увы, совсем не получился. Но это значит лишь одно, что опыт делом разрешился. Творение рук преобразился, и значит, людям пригодился. И стал полезен все равно.